Ребята, если кто не знает, это Катя, это Аня, это Алина. Не нужно танцев, Алина. По твоей вине. Давай, сильнее. Я царица, один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. Блять, людям вроде не нравится. Тебе нравится, как я пою, мальчик? Ну, откровенно только. Не знаю, ни хуя. Это что, световой меч? Подождите. Подождите, блядь. Мать, а ну, включи световой меч. Мать! И он делится на два, да, получается, световых меч. Это потрясающе, мать. Чувствую себя Дартом Вейдером. Вау. Блять, а вот он еще меч именно, ля. Смотрите, именно нихуя себе. Типа короля Артура меч. Ладно, мы. Ля, мать торгует оружием прямо на улице. А, сеся. Здравствуйте. 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 Ты говоришь по-русски? А, чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Ты откуда? Где ты учился? В Москве? В Москве. В Москве. Да. Очень приятно. Что ты кушаешь? Что это такое? Пинфан. Пинфан. А, да. Жижа какая-то. Понятненько. А очень неожиданно, ребят. Хорошо, что я не пи***нул запреток несколько. Вот так вот бывает, ребят. Что вы берете? Сикуа. Арбузный сок, да? Кать, давай без бонов. Сикуа, блядь. Сикуа. Мне стыдно перед Алиной. Правильно? Сикуа. Правильно говорит? Да. Угу. Стивен Сикуа, да? Нет, ты подержи телефон, дай я. Говори, что надо делать. Шкурку убрать. Убрать шкурку? Да. Ну, в смысле, вообще убрать? Так, разломать. Ты, подожди, ты за какую шкурку? Фу, Саша. Фу, блядь. Вот. Батат. Очень полезно, очень полезно. Блядь, оно аж парит. Ароматно. Фу, блядь. Погнали. Потрясающе. Кушайте, девчонки. Очень, ребят, вкусно и полезно. Всем рекомендую. А, стоп, орлиху хотят. Подожди, булочка, дай. Дай мне, Катя, дай, блядь, я орлиху покормлю. Подожди, подержи. Они просят, мама орлиха, чтобы покормила. Горячо. Ребят, скажите, есть горячий хоть один голодный орленок здесь? Отпишитесь в чате, пожалуйста. Говорят, да. Есть? Хорошо. Стой, Кать. Сейчас мама орлиха подлетит. Кать. Вот за сколько бы съела? Ну, вот так вот я тебя сейчас кормлю, Орли. За 2 секунды? Фу, вот эта штука классная. Это рисовая лепешечка. Жарится яичко. И сосисочка разрезается. И вот туда вот все это заворачивается. Типа как шавуха, только сосисочная. Вот здесь у матери вообще выбор. Морские звездочки. Ну, это поняли, да, полуфабрикаты. Ну, это, скорее всего, куриное мясо. Вот, тоже курочка, рыбные шарики, сальцо, говядинка, курочка, курочка, курочка. И все это жарится на шалкал, на шашлычке. Ну, вроде вкусно. Хаочима. Хаочи. Говорит, вкусно. Так, шарики вот эти с кальмарами, да? А мы их ели. Вот, глянь, есть. В общей движухе. Все сидят и едят. Прям с общей.
мне интересно, а вдруг один кто-то... Это что? Утиные головы. Куриные лапки. Потрясающе выглядит. Очень вкусно. Это что? Говяжий желудок. Заебись. А, это грибы? Фу. Се-се. Потрясающе. Ну, тоже лудок. Да, а да. Вот это что? Это грибы. Это гриб? А вот отец пиццу жарит. Ну, как пиццу? Китайская пицца. Так, это что, хрен? Что это такое? Это что такое? Это лук? Да. А что сверху натянуто? В колбасе какой-то. Лук в колбасе? Да. Охуеть, мать. Процветание тебе. Спасибо. Лук в колбасе, на. Пойдем дальше. Так, ребятки, здесь пенисы, осьминожки маленькие. О, вот осьминожку надо попробовать прям. Волчик, а ну возьми мне одну осьминожку маленькую. Прям попроси одну взвесить, я чисто для видоса сожру ее. Скажи, можно одну маленькую? Не, маленькую, маленькую. Это... Спроси, он уже готов для употребления? Его прямо сейчас можно хавать? Прямо сейчас? Заплати. У меня стрим. Фу, блядь, он как живой. Он вроде даже шевелится, он на меня смотрит. Сессия. Блять, булка, он живой или нет? Я не пойму. Он не живой. А че он шевелится? Он просто, это, фонарь, держи. Ой, блять. Дамы и господа. Саша, ты экшен взял. Яички с вылупляющими птенчиками. Где, блять? Серьезно? Полувылупившиеся птенцы? Ты серьезно? Которых опарили? Ебать мать. Фу, мне становится, блять, мне аж хуево становится. Так, пошли. Фу. Ну что, погнали. Ребят, простите, у меня руки какой-то хердиновый. Все пишут, что выглядит аппетитно. Thank you. Welcome. Ой, блядь. Nice to meet you. Ребят, очень вкусно, рекомендую. Вытри лицо. В смысле, а что у меня с лицом? А что у меня, лицо грязное? Нет? Борода? Прямо здесь попробуй. Батат вкусный? Очень. Осьминожка хочешь попробовать? Потрясающе, блядь. Очень рекомендую всем. Ля, какая хуйня. Прям на асфальте. Это, ребят, проделки Иисуса. Пятница 13-я. Могали бы выиграть. Ага, хорошо. Вы посмотрите, до чего техника дошла. Ты видела? Мать, видела? Смотри. Ладно. Не хочет смотреть она. Так, пошли еще что-то пробовать. Да, я прям настроен. Я даже ничего не съела. Ты не ела ничего? Голову. Пошли, я осьминожку возьму тебя. А хочешь вылупленного птенца наполовину, блядь? Сваренного. Можно ножку куриную? Можно?
собачку. Хочешь, сейчас? Сейчас же приготовим. О, Кать, вот это вкусная хуйня. Вот это очень вкусная хуйня. Это с курицы. Не, правда, это очень вкусная. Я буду одну. Я тоже буду. Может, один возьмем? Давай 4 штучки. 5 юаней, 2. 5 юаней, 2, тогда 4. 4 штуки, да. Это куриный фарш, да, получается? Да, 10 块. 稍等一下吃这个最好。这个火候要好一些。谢谢。Не, ну, ребят, если у вас вопросы относительно гигиены и чистоты здесь, ну, не задавайте. Я вот смотрю, у отца вроде убрано здесь. Ну, вроде хорошо у него там. То есть давайте не говорить, что, блядь, антисанитария какая-то. Нормально. Если сейчас зайдет санэпидемстанция, то что? Блядь, потеряют сознание и все, и выйдут. Да, да, то же самое жарят. Тоже с фаршика куриного. Так, мать жарит кукурузу и... А, ну здесь мяско. Здесь все более цивильно. Здесь никакого экшена нет, если что. Ага, лаваш. Лаваш. Сворачиваешь и туда. Все, понял, понял. Короче, типа шавухи местной. Сеся. Представление. Он показал, как ее надо... Как надо кушать? Показывает, берет сосиску. Сейчас даст он сосиску твою. Ага. Спихаешь. Дальше. Раз. Достал. Вот так свернул. Берешь, вытаскиваешь палочку. Высунул палочку. И кушаешь. Ням-ням-ням. И ешь. А. Спасибо, отец. Невероятно. Спасибо. Спасибо. Потрясающее шоу. Все, понял, понял. А, чуть повысил. Все, все, достаточно, отец. Достаточно, я чувствую, как тупею чуть-чуть. Извини, мать, извини, наступил на тебя. Нам отец шоу показывал, потрясающее шоу было. Видела? Попроси отца показать, он всем показывает. Я тоже не понимаю. Так, а что тут? Сейчас быстрый обзор. Ох, нихуя. Крылья и ноги. Но это, конечно, секс. Но выглядит просто потрясающе. Крутятся ноги. Крыс... Не, крыс нету. Ну, и на этом рынке я не видел. Это надо ехать в Чинжоу. Вот там распространено. Ну, так это не те крысы, которые бежали, бежали, блядь, и поймали их, поняли? Нет, это специально выращенные, но выглядит, блядь, так себе, я вам скажу. А что, мы до сих пор ждем, да? Скоро. А, уже упаковывают? Да, вот-вот-вот, уже упаковывают. Вот-вот уже, ага. Но, ребят, знаете что? У нас сегодня закончится весь этот экшен корзиной, вот той, с кольцами. Поняли, да? Многие из вас уже видели, как профессионально я ебашу кольца. Сегодня я вам покажу это еще раз. Я вот целую корзину, я буду кидать и выигрывать хуеву тучу подарков. Вот смотрите, там в самом-самом заду, видите, деревянные статуэтки. Вот их я выиграю. Дальше. Вон бутылки вина дорогого, видите, стоят в самом конце. Скорее всего, коллекционная. Его выиграю 100%. И знаете, чтобы не привлекать много внимания... Выиграю, наверное, баночку Пепси или Колы. Ну, так чисто. Чисто вот, чтобы отвлечь отца. На самом деле, он-то понимает, насколько я профи. Что сейчас он лишится всех подарков, скорее всего. Фу, осьминог потрясающий, блядь. Слышите, можем попробовать яйцо вот это с зародышем? Или, не-не-не, это выше меня. Я не смогу его даже проживать, вроде бы. Ну, как я чувствую, блядь. Не смогу. Учимся, как дед показывал. А ну. Сворачиваем вот так. Кать, давай, как дед показывал. И вытаскиваем. Вот. Как раз по размеру, да? Давай, Катюх, покажи нам. Ну, Саша. Ну, насколько глубоко у тебя влазит сосед? Кать, это нормально. Алина, вот смотри, Алина. Она чисто надкусывает, потому что маленький ротик. Кать, покажи класс. Вкусно.
Отец тройничок уже был. У кого? У них? Не знаю. Но вчера они пели Анну Асти. Скорее всего, был. Несколько из них плакали. Прикиньте, ебанутые. Чё плакать, блядь? Они набухались, короче, и рассказали о своей тяжелой судьбе друг другу и расплакались. Вот так. Сворачиваемся и едем нахуй. И, опа. Ага. И каждый раз, когда надо, вот так, оп-оп-оп. Ой, класс. Спасибо большое. Вот так. Господи, как же неожиданно. Спасибо. Так. Вот эта хуйня, кстати, вкусная. Ну как? Повкуснее, чем осьминог и цыпленок, блядь, не вылупившийся. О, вот это разъебалово. Устрицы я очень люблю прям. Бля, тут, видите, закрыто, потому что устрицы иногда фаер стреляют, чтоб не вылетело в глаза людям. Ребят, были те, у кому устрица в глаза стреляла? Ну, просто отпишитесь, чтоб я понял. И пойдем еще какого-нибудь экшена найдем. Вот это, кстати, тоже разъебалово. Это очень вкусно. Я буду это. Будешь? Да. Давай одну на движуху возьмем. Давай. Это тоже вкусно. Вот это вкусное, хуйня? Вот такое, да? Нравится? Нравится тебе? Мне вкусно. Катя, я буду крупным планом снимать тебя, как ты хаваешь. Не надо стесняться. Тут всего-то смотрит 13 тысяч человек. Все, я стесняюсь. Я сейчас максимально стесняюсь. Все 13 стесняюсь. Говорят, какая ты красивая. Спасибо. Смотри, все красивая. Орлиху просят. Катя, ебани орлиху. Ну все, я стесняюсь. Ебани орлиху нам. Да все, я вышла из зоны комфорта. Меня реально стесняюсь. Булочка, покормишь орля? Покормишь орля? Ну вот, коробка. Булочка, покормишь орля? Давай. Фу, блядь. Покормишь, блядь? Фу, блядь. Господи, как же это ужасно смотрится. Ребят, я вас теперь понимаю. Фу, блядь. Лучше б я цыпленка съел, вылупившихся, блядь. Ну, у меня лучше, ребят. У меня орлиха прям... Понимаете, она прям подлетает. Вот она... У меня орлиха аж с позывами. Ну, вот она настоящая. Она типа... Она и со звуком, и с экшеном. Осталась Катя. Катя, ну все просят, все покормили орля. Чуть-чуть, блядь. Кать, нет, чуть-чуть. Нет, нет. Ну, хорошо, строгую орлиху. Все, ну, блин, Алина, скажи своему парню. Строгую орлиху. Не хочу. Она не хочет быть страшной, понимаешь? Катю все запомнили как красивую леди. Нам-то похуй. А леди не кормят орля, блядь? Нет. А, ребят, расходимся нахуй. Леди не кормят орлят, видите ли. Это леди, блядь. О! Вот это разъебалово. Это вафельки, поняли? Сейчас мы возьмем с какими-нибудь фруктиками. Мимай. Hello. Where are you from? From Kazakhstan. Kazakhstan. Я из Казахстана. Казахстан, Мэн, Монго, Италия, Мэйко, вот тут этих, поняла? Поняла, какое тебе? А что, с чем есть? Все есть. Так, подожди. А есть мороженым, да, булка? Йо пинчилима. Ты что, нихуя себе. Булчик, мне один шарик мороженого. Попроси, пожалуйста. Моя мама, моими руками.
с каким мороженым?草莓的。能不能做一个？不要双。Прикиньте. Очень тонкая грань, ребят. В слове草莓. А. Одно мороженое с кремом. Крема капельку, чуть-чуть крема. Я вам уже рассказывал, да? Цаомэй – это клубника, а цаомэй – это уже ебать сестру, прикиньте. Так что надо аккуратно говорить клубника. Потому что я сейчас брату мог предложить страшные вещи. Короче, а что они говорят? Сейчас сядем здесь. Я вернулся, блядь, а их нету. А, они вот они, прикинь. Ебать, вот это неждан. И что, вкусно? А ну дай мне. Ой, кайф какой. Бля, реально вкусное. Или это я голодный, или мне все вкусно. Булочек, давай устриц возьмем пару штук. Ну давай, хотя бы по одной. Четыре штучки. Да, да, да. Давай сожрем. Я не буду, если что. А, тогда ты будешь? Да, и я буду. Ну по одной штуке. Так, мне говорили, знаете что, устрицы нельзя есть в те месяца. Люга, только 6 можно брать. Давай, погнали. Окей. Катюш, заплати, у меня стрим. Ага. Спасибо. Ну потом вернешь, да? Да, конечно, ну боже упаси, Кать, чтоб я не вернул. Да чтоб сейчас парализовало администратора моего, Ярослава. Все верну до копейки. Я царица, я царица. Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может в тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. Тебе нравится, как я пою или нет? Нет? Блять, это реально обидные вещи. А вафли нам завтра надо что-нибудь брать? Нет, блин, принесу. Мы же в дорогом ресторане. Слышь, что говорит? Уже, ваши чунгуры. Вомыши, вомыши синьцзянгуры. Меньше, меньше. Слышь, что Катя говорит? Говорит, а нам вафли подадут или нам самим? Да, будет бежать, скорее всего, даже в этом. В разрывном шпагате, поняла, блядь, будет? И вот с подносом вот эта хуйня. Ла-л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 а. Ла-л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 а. Блядь, как же я пою охуенно. Иногда вот сам себе поражаюсь, ребят, насколько вокальные данные потрясающие у меня. Потрясающие. Опа! Казик нахуй. Салам алейкум, брат. Казик нахуй. А, я понял. Короче, надо стрелять, блядь. Вот этими шариками. И сбивать, блядь, вот эти вот штучки. Ебать, арбузный сок просто разъебал его. А это что, вафли? Так. Красиво снять это все? Эстетично. Ну, типа, вот так вот? Да. Вообще класс. А давай типа смотри, вот, смотри, вот так вот. Ай, блядь. Горячая. Обжег язык, сука. Я бы хотела взять. А там вообще есть устрица или одна лапша?
Есть, конечно. В смысле, блядь. Ой, спасибо. Вот она. Я поймал ее. Я поймал ее. Смотри. Нихуя себе. Это вот так. Класс. Угу. Покажи. Все, садись. Она пила, ребят. Пила вафлю только что. Прикиньте. Ой. А все смешно. Конечно. Мне тоже очень смешно. Типа попила вафельку. Ой, блядь. Я матери сорян, жопой мать. В голову дала. Жопой в голову? Да. Жопой в голову матери, чтоб не втыкала. Так. Кать, ну вот смотри, серьезно. Я вот это сейчас беру все, пережевываю. За сколько ты, да. Я тебе прям сорта в рот вот это все даю. Сколько денег надо? У тебя идет стрим, ты не сможешь перевести. Я смогу. Алина же есть. Тут куча помощников. Катя, подумай хорошо, подумай, подумай. Мы вернемся к этому. Ну, юаней 100 или больше? Больше. Больше? Так это ж я рыгаю, не какой-нибудь ВИЧ-инфицированный бомб. Это хуже. Я ж родной... В смысле хуже, блядь? Там алло. Вообще нету устрицы, меня это не устраивает. Там ее как будто бы вообще нет. Ну, конечно, самые дешевые выбрала она на все. Катя, сколько денег, блядь? Сколько что? Ну, сколько денег? Я не понимаю. Ты забыла тему разговора? А, 3 секунды. Орлиху за сколько денег? Ну вот если там от меня, не от просто левого человека, и ты не знаешь его состояние здоровья, мы с тобой медицинскую комиссию проходим, блядь, вместе. А Алина потом обидится на меня? Не знаю. Алина. Ты обиделся, если я ее как орлиха покормлю? Нет. Сколько? Вот так изо рта в рот? Изо рта в рот прям, да. Не, не хочу. Вообще нет? Пиздец. Кать, теперь я должен обидеться. Потому что я бы вот с твоего рта поел бы. Потом Алина бы тебя поела. Как-то. Не, ну... Мы бы пошли в больницу точно тогда. Проверять голову мою? Да. Я ж взяла. Ммм. Не обижай, Катя, вы что, ебанулись? Она не обижает вас. Ты уже немножко обидел. Вы что, гоните, блядь? Вы ее не знаете, просто выражение лица, она всегда такая. Она как коксик, она не... Она просто всегда такая. А что они говорят? М? Что они говорят? Что извинись, обиделась? Перед Катей, ты ее обидел. Извиняйся. В смысле? Извинись. Ребята, это она... тема, кстати, на стриме всех, Саша. Она провоцирует вас, извинись, блядь, специально. Вы что, не понимаете? Пиздец вы, конечно. Я думал, вы меня поддержите. Кать, извини, Кать. Ребята, если что, я не обижаюсь. Нет, нет, играй до конца, блядь. Скажи, ладно, но мне было неприятно. Саша, я, конечно, принимаю твои извинения, но это не первый и последний раз, ты понял? Хорошо, Кать. Извини, пожалуйста. Сука, она молодец, да? Да, она хорошо. Реально, можно поверить. Да. Вот она ж почему? Она всегда на видео. И все начинают меня хуесосить, типа, боже, зачем ты так ебаешься над девочкой? Только что, хотя казалось. А у нее вид, да, у нее вид такой, она актриса пиздец. Прям. Вот сука. Ребят, вам просто... Я же не снимаю видео, когда она меня хуесосит. А хуесосит она меня каждую минуту. За маленькие, да? Маленькие волосы. Вкусно, хотел вкусно. Сказать. За короткие волосы. За маленький член. Да за все, блядь. За толстый живот, за порванные штаны. За всю хуйню она меня. Там тебя все вообще-то. А по-твоему это ок ходить на уроки с порванной задницей? Подожди, дело в том, что я не знал, что у меня порвано очко. А что ты мне не сказала? Потому что у тебя там винтик
вентиляция, ничего? Я целый час ходил с очком, вот такая дырка, блядь. Я не знаю, так люди собрались, собрание было, блядь. Открытый урок, прикиньте, родители пришли. Саша, вентиляция. Я хожу, у меня вот такое отчина, блядь, порванная. А Катя молчит, говорит. Ну, типа, я не говорила. Помой руки, зачем? Ну, типа, после собачки? Ля, Катя подошла демонстративно мальчику, кинула маленькому, который выносит мусор. Катя, извиняйся. Катя, извиняйся перед всеми. Начиная с собачки, заканчивая мальчиком. Извините, пожалуйста, за мое поведение. Ребят, вы потом, блядь, а потом вы говорите, я Катю хуй. Так, тут что? А, вылупленные птенчики опять, да? Это они. Да, да, да. Полувылупившиеся уже птенцы. Яичко. А пахнет вкусно. Чикен. Получикен, полуэг, да, получается? Получикен, полуэг. Ой. Ой, мать ебанула шутку. Все, ребятки, ну тогда мы закончили путешествие. Все, всем спасибо за внимание.